Лежу вот и думаю, снять вам, что ли, еще какую-нибудь хрень. Давай! Блин, снегопад такой, пипец. Сейчас, кстати, наверное, тему такую сделаю для клипа. Ладно, суть не в этом. Жириновский заболел коронавирусом. Блин, это вот который несколько раз привился, который пиарил нашу там вакцину, фигину, он там, и он заболел. В отличие от этого нашего, который... Вы видели, как человек себя чувствует против... Господи, против. После назальной вакцины. Жириновский просто не успел это сделать. Ну ладно, суть не в этом. Мне больше нравятся новости, да? Первая полоса во всех СМИ. Жириновский заболел. По большому счету, ребят, я не знаю, как и вам, наверное, как и мне. Да похрену, заболел он, не заболел там. У нас знаете, кто вот, например, или там, вот они там пишут, да? Я вот читаю сегодня. Сторонники туда-сюда его партии сказали. Он себя хорошо чувствует. Это после того, как там верхняя строчка была 75% поражений легких. Короче, он себя прекрасно чувствует и продолжает работать. Знаете, кто у нас еще прекрасно себя чувствует? Сами. А потом такие боятся за свою жизнь-то, начинают трястись, там проходит день, два, три, там у них вот это вот эпиделика отходит. И они такие сразу такие начинают, блин, так надо другому человеку предложить. Ну что, я один такой, что получаюсь там, типа, самый умный-то. И вот они ходят там, давай туда-сюда, попробуй. Такой кайф, супер-пупер, болеть не будешь. И потом, как правило, они недолго ходят. Я не про то, что там вакцинироваться, не вакцинироваться, а про то, что, ребята, соображайте своей головой сами. Или смотрите мой канал. Пока забыл сказать, извините. Пока.